Физкультурно-спортивный комплекс в Югорске ведут эксплуатацию уже весной. Это стало известно в ходе виртуальной инспекции по объектам капитального строительства округа. Ее провела губернатор Наталья Комарова. Спорткомплекс в Югорске включает в себя тренажерный зал, сауну, фитнес-центр, универсальный игровой и тренировочный зал, а также аквапарк, кафе, бильярдную и конференц-зал. Пропускная способность комплекса почти 400 человек в час. Он может вместить одновременно более 2000 зрителей. Общая площадь здания 18 тысяч квадратных метров. Сейчас готовность комплекса составляет 99%. По контракту его должны ввести 31 марта. Еще один спортивный центр ждут жители региона. Вот в эксплуатации его затягивался по ряду причин. Сейчас объект готов на 90%. По словам руководства региона, центр откроется в сентябре этого года. Мегионцы ждут его, если я не ошибаюсь, с 2015 года. Ну, с 2015 уже введенный должен быть, Олег Александрович, в этом смысле. Комплекс, безусловно, разгрузит общеобразовательные организации, где сейчас концентрированы спортивные интересы населения города, и даст возможность взрослым и детям специализированном, специальном для этих целей помещениях игровыми видами спорта.